Привет, я не пропал, я очень много работаю, контент выкладываться будет. Сейчас мы с тобой послушаем то, что я не слушал еще. Это Илюха Улукманапа, музыка любви. Это Каракисек Кою, и Бакар. Привет, Бакар, привет, значит. И тебе привет, и мы погнали, погнали, тебе самого охуительного всего. Ты красавчик, раз ты все еще смотришь, раз ты все еще подписан на мой канал. Значит, ехала. Музыка любви конкретно. Любовь моя, я по уши влюблен в тебя. Тебя любит лишь один, этот миг не повторишь. Ага, любовь моя, я по уши влюблен в тебя, тебя любит лишь один. Сука. Ну, сорян, ну, блядь, ну, пиздец. Люблю, любя, любовь, любовная моя. Это, конечно, кринж без обид, блядь, ну, сразу. Ну, как ты думаешь, напиши, это норм? Вот, когда в трех строчках, блядь, любовь, любовь, любовь три раза. Я давно не слышал, значит, таких песен. Ну, окей. Любовь моя, я по уши влюблю. Ну, знаешь, вот это «Любовь моя, такая старая манера». Какая-то, знаешь, как будто этот Батор пел вот в такой манере прикольном, Батырхан Шукенов. Но нравится именно и как исполнение прикольно. То есть именно стиль возвращения такое. Влюблён в тебя, тебя любит лишь один, На слова. этот миг не повторим. Причина моей улыбки, ты причина мыслей снов. Тебя люблю я очень-очень, и здесь не нужно Ну прям для девочек. лишних слов. К тебе душа моя стремится, с тобой лишь быть всегда хочу. Без тебя ночами не спится, с тобой хочу создать семью. Любовь моя, я по уши влюблен в тебя. Ну, ты видишь, да? Тебя любит лишь один, этот миг не Я никогда тебя не повторит. обманываю, понимаешь? Любовь Иногда мне не нравится, но нормально. моя, я по уши влюблен в тебя. Просто из уважения к чувакам, Тебя да, любит окей. лишь один, Пацаны-то этот крутые. миг не Песни есть крутые. повторит. Давай, залетай. Девочка, мечта в моих объятиях, я с ней по-настоящему счастлив. Она дарит радость моим дням и забирает груз моего океана. Когда Ну, она хорошо. рядом, мне ничего не надо. По ней без ума, она моя слабость. Ее влюбленный взгляд Флоу для меня хорош. высшая награда. Просто вдыхай мою любовь, дыши в унисон. Не нужно много слов, это тебе мой сладкий сон. Чувствую счастье лишь с тобой, в этом и есть самый сок. Наша любовь — это лучший сок. Любовь моя. Наша любовь это лучший сорт. Ну, прикольно. Прикольно. Что хочу сказать? Ай-яй-яй-яй, я по уши влюблён в тебя. Кстати. Тебя любит лишь один, и этот миг не повторит. Знаешь, от Улукманапы это звучит немножечко прикольнее. По-моему, во всяком случае. Любовь моя, Ну, хотя это я тоже по прикольно. уши влюблен в тебя. Ну, блин, чуть-чуть бы какой-нибудь поэзии. Ну, чуть-чуть бы, вот немножечко, вот каких-нибудь крючочков, цепляющих фраз бы, в общем. Сорямба, я на этом остановлюсь слушать этот прекраснейший трек. Вот, и на очереди у нас Каракисек Кою.
тут на казахском. Я на казахском не понимаю, поэтому буду от вайба чисто кайфовать. Не, понимаю казахский только 10%. А мне нравится вайб каратисек. Тембр кайфовый. А ты будь моей звездой. Там осало есть сын по ночам. По ночам волны тамаша. Сенің қыпша биліңе саусағым тисе шамайға. Музло, да? Флоу. Но это приятный вайб. Ну, блять, это пиздата. Простите, это охуительно. Извините. Өмір толқына кемедемін, кемемде фемеле. Көңіл толқына көтер өтіменде. Кенеде, кенеде жамсын заттар. Очень круто сформировался стиль, прям вот, мне кажется, вот прям вообще, ну не знаю, для меня, по крайней мере, я давно не слушал, и вот сейчас как будто вот прям все точно. Тетір кендірес. Сенің сартыңнан кім қарамайтар қарайт, кім қаламайтар қалайт. Бүрген көз бейнеңді кетірмей арқалайт. Сенің сартыңнан кім қарамайтар қарайт, кім қаламайтар қалайт. Бүрген көз бейнеңді кетірмей. О чем поет Каракесек? Что значит «кою»? Кетірмей арқалайт. Қою қара шашыңды өз қолыммен тарадым. Қою қара көзіңе көз ала алмай қаламын. Қою болмады тойу, жүрекке салдың қою. Қою, қою қара шашыңды өз қолыммен тарадым. Қою қара көзіңе көз ала алмай қаламын. Қою болмады тойу, жүрекке салдың қою. Музло. Струнные прям. Ну, у меня глаз дергается, как будто нервный тик. Интересно, в камере это заметно? Что мне в глаз попало или что это? Какая-то непонятная история, ладно. А, Каракесек, круто, заходит, прикольно, кайф. Прям вот мне и музыка, и флоу, и все понравилось. В общем, Каракесек тащит, значит, пока что прям после, не знаю, после трека у Лукманапа как-то немножко динамика упала. Каракесек ее сейчас приподнял, и я надеюсь, сейчас Бакар просто разнесет, просто пушка будет. Бомба. Торпеда. Так, и мы ехали. Ритм сразу же. Я купил билет тебе на пару понедельника. Чтоб тебе, чтобы мы вместе полетели, ма. На повторе бить справа облака. Кидаю за тебя, чтобы услышать от тебя. Да. Вышел сайр. Слушай, это прикольно, это такой спокойный вайб от Бакра, такой и бэки, да? А? Порта, будто через портал. Извини, что пропал. Я взорвался пропан, я это так сильно ждал. Я стрелял и попал, то есть сердце пау-пау. Это меня в нокдаун, yeah. Прости, что мы гаснем. Моя муза, глядя на тебя, кидаю панчи. Крошка, ты как трамплин, не так ли? Для тебя готов потратить свой последний франклин. Прошу тебе. Блин, мне нравится. Он такой спокойный и одновременно вайбовый. Прикольно. Эй, тихо, привет. Привет. Ага.
Сколько можно терпеть? Ну-ка дай мне ответ. И я вырубаю свет, чтобы тебя раздеть. И в этой мрачной темноте ты для меня как рассвет. Я буду рядом поверь, хоть и даже во сне. Кайф, припев из восьми строк. Или это не припев? Только там, где нас нет. И я вырубаю свет, чтобы тебя раздеть. Бас вступил, круто. И в этой мрачной темноте ты для меня как рассвет. Я буду рядом поверь, хоть и даже во сне. Что только там не, только там не нас нет. Прости, что мы гаснем, моя муза, глядя на тебя, кидаю панчи. Крошка, ты как трамплин. Слушай, это знаешь такой вайб немного Дрейка как будто. God's playing, God's playing, та-ра-та-ра-та-та-та. Да, похоже. Так ли для тебя готов потратить всю последнюю франку? Прости, что мы гаснем. Да, чем-то напоминает. На тебя кидаю панчи. Но это круто. В Бакар в своей так манере, там напевы, то есть это такой прикольный симбиоз. Какой тебе нравится трек больше? Первый, второй или третий? Пиши в комментариях. Можешь цифру, можешь оценивать их по 10-бальной шкале. Мне залетел, наверное, чуть больше Каракисек. Потом Каракисек так на девяточку. Потом Бакар. 8-9, да? Вот, но Бакар тоже крутой прям вообще, наверное, даже вот прям на равных с Каракисек. Это абсолютно разные треки, вот, и по вайбу прям хорошо. У Каракисека просто немножко как будто этого, искусства больше, понял, музыки больше, инструмента больше, то есть, ну, все-таки Каракисек, согласись, немножечко покачественнее работа, вот. Лукманапа, Илюха, ну, трек-трек, вот, трек-трек-трек-трек-трек. Как-то так. Что думаешь ты? Пиши мне в комменты и подписывайся обязательно, если ты не подписан. Меня зовут Саша Вудстайл, спасибо, Рахмат Рахмет, тебе за просмотр, thank you, давай, салам алейкум. Work hard, play hard, any more till I die. Скажи, кто ты, и я угадаю, кто твой брат.